Добрый день. Приближается Новый год. Остается чуть больше суток до боя курантов. Кто-то заказал визит Деда Мороза и Снегурочки, кто-то еду из ресторана. А какие еще услуги можно заказать за деньги в нашей стране или по всему миру? Если есть спрос, предложение всегда найдется. Сейчас можно заказать и купить все, что угодно. А какие только услуги возможно встретить в строках объявления. Сейчас я вам прочитаю 15 самых необычных услуг и описание к ним. Японская услуга «Просим прощения». Просить прощения всегда нелегко, и японцы не исключение. Несколько компаний в Японии подумали, что на рынке не хватает людей, готовых попросить за вас прощения. Эти компании готовы просить прощения за вас у кого угодно и за что угодно. Естественно, не бесплатно. Стоимость услуги варьируется от $96 за извинения по телефону до $240 за личное извинение. Автобус для людей, страдающих от похмелья. Запрыгивайте в похмельный автобус после дикой ночки в Лас-Вегасе, на борту которого вам будут предоставлены самые разные удобства, например, капельница и различные лекарства от тошноты. С перепоя звучит неплохо, хоть и стоит недешево. Щенок в аренду. В штате Юта можно взять в аренду милого пушистого щенка всего за $15 в час. Компания даже доставит собачку по вашему адресу. Идея в том, что это своего рода пробник. Люди, которые берут собак в аренду, в итоге забирают их насовсем, привязавшись к новому четвероногому другу. Услуга папарацци. Вы когда-нибудь хотели почувствовать себя знаменитым? Теперь это возможно всего за $500. Ну, вернее, от $500. Одна компания, знаменитость на один день, предлагает вам услуги папарацци и фанатов. Нанятые люди будут кричать от восторга, как ваши истинные поклонники, и фотографировать вас, пока вы идете по улице. Услуга пока доступна в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Карлик по вызову. Хотите сделать свою вечеринку незабываемой? Добавить ей остроты? Сейчас это доступно. Ну, правда, если вы живете в США, Великобритании или Канаде. Вы можете арендовать карлика на час, чтобы сделать свою вечеринку еще более интересной. Бабушка в аренду. Австралийская компания «Бабули в аренду» предлагает множество бабушек на ваш выбор с различными умениями. Оплата почасовая. Больше никаких одиночных вечеров без вкуснейшего бабушкиного пирога. Создание портрета из собственного праха. Компания из штата Вирджиния всего за $127 нарисует портрет вашего умершего родственника из его же праха после кремации. Вот это да. Курица в аренду. Еще одна австралийская компания предлагает вам возможность арендовать нового домашнего питомца – курицу. Слоган этой компании: если вы вернете ее, значит, это была аренда. Если вы оставите ее, значит, вы ее купили. Доставка еды в камеру смертников. Компания «Последний обед» из Торонто доставляет последний обед, уж простите за повтор, заключенному, приговоренному к казни. В комплекте идет DVD-диск и бумажная маска заключенного. Жуть вообще, а? Друг в аренду. Сайт rentafriend.com готов удовлетворить все ваши нужды и требования в плане платонических отношений. С 2009 года эта компания позволяет людям по всему миру арендовать друга для общих занятий. Стоимость аренды от $10 в час. Аренда иностранца. Японская компания позволяет своим клиентам арендовать иностранца, с которым можно зависнуть. Похоже, отличная работенка, если вы иностранные студенты прибыли в Японию в качестве туриста.
аренда человека, который постоит в очереди за вас. Очередь – один из самых больших недостатков того же Нью-Йорка, всех больших городов. Всего за $25 в час и еще по $10 за каждые 30 минут вы можете арендовать человека, который будет стоять в очереди за вас. Похоже, покупка билетов на Бродвей теперь станет просто сказкой. Аренда помощника для цепляния девушек. Компания Professional Woodman в Нью-Йорке и Бостоне, а также компания Wingman Pro в Лос-Анджелесе представляет вам профессиональную помощь, чтобы подкатить к девушке в баре. Все довольно просто. К вам представляют симпатичного и уверенного в себе актера, который поможет растопить лед и начать разговор. А дальше уже дело за вами. Аренда человека, который выберет бар или ночной клуб за вас. У всех, наверное, такое было. Собираешься в ночной клуб, но боишься, что там будет слишком мало или много народу. Как узнать заранее? Теперь это можно сделать благодаря приложению для iPhone. Люди, работающие с этим приложением, часто посещают подобные заведения. Когда вы выбираете какой-нибудь бар или клуб, человек, находящийся в данный момент в этом заведении, получает уведомление на свой телефон, фотографирует зал изнутри и отправляет вам. Вуаля! Вы видите бар изнутри, не вставая с дивана, а человек, сделавший фото, получает денежку. Ну вот и все о необычных услугах. До свидания. Счастливого Нового года. Мир вашему дому. До встречи.